Всем привет! Это настройки GTA 5, часть 2. Заходим в настройки графики, и как видите, у меня занимает из 3 гигов 2,5. Все эти дни я менял настройки, проверял, как они влияют на FPS, и я пришел к оптимальным значениям. Не нужно забивать вашу карту на максимум, чтобы получить хорошую картинку и хороший FPS. Во-первых, я включил сглаживание. Сглаживание MSA 2 степени. NVIDIA TXR. Вертикалку включил. Населенная разновидность и фокусировочная шкала также на максимум. Текстуры, шейдеры на очень высоко. Вот тени и отражения я поставил на высокую. MSA для отражения я выключил. Качество воды высокое, частиц очень высокое. Качество травы высокое. Мягкие тени. У меня стояла NVIDIA. Можно поставить резко, либо мягко. Выбирайте сами. Я оставил резко. Настройка спецэффектов. Все же для себя я оставил высокую степень. Потому что FPS для меня важнее. Степень размытия также на максимум. Анизотропка 16. Затенение максимально высокое. Тесселяция тоже очень высокая. Перейдем в дополнительные настройки изображения. Я включил здесь длинные тени. Тени высокого разрешения. Подгрузка более детализированных текстур во время полета. Длина теней недоступна, потому что тени у меня стоят на высоко. Они открываются только когда тени будут на очень высоко. Увеличенное расстояние подгрузки более детализированных объектов я выставил на минимум. Если поставить эту настройку на максимум, она жрет очень много оперативной памяти видеокарты. И также жрет FPS. Поэтому я ее убрал. Мне и так достаточно, что прорисовывать игра. Игнорировать предложенные ограничения я выключил. Потому что сейчас у меня память не забита на максимум. И сделаем небольшой тест, проедемся по городу игры. Смотрим на FPS справа вверху. 80. 75, 70 падает. Минимальное значение, которое я замечал, это было 55. Я эти настройки выбрал для себя. Вы можете их попробовать у себя на компьютере. Посмотреть, какой будет эффект. Я немного пожертвовал тенями и отражениями в счет FPS. Также мне приятнее играть с вертикальной синхронизацией. В горах у многих также бывают какие-то проблемы. Это все зависит от травы и тесселяции. Попробуйте поменять эти значения. Это видео чисто в ознакомительных целях. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии, а также в личку на YouTube. Под видео будет ссылка на оригинал этого видео. Вы можете скачать его с моего облака и увидеть всю разницу вживую. Потому что YouTube сильно жмет видео. На шоссе никаких проблем нет. 80 стабильно.
Нам нужно попасть в город. Переходим в город. В закрытых помещениях ФП зашкаливает. Соточка. What are you doing here? Everybody in this house hates you. Прокатимся по городу. Неожиданный поворот. Так, блять, это бы сигнали, кого нам не нужно. Нормальный такой след крови. Семьдесят. 79, 80. Какие заносы. Вот тачка охуенная. Мерс. Итак, вы видели все наглядно. С ФПС от 60 до 90. В закрытых помещениях 110, 120. Еще раз посмотрим, какие настройки графики. Сглаживание FXA, MSA 2, TXA, NVIDIA у кого есть. Вертикалка включена. Населенность все на максимум. Качество очень высокое, шейдер очень высокое, тень высокая, отражение высокое. MSA выключена, качество очень высокое воды. Частиц очень высокая, трава высокая, мягкие тени. Поиграйте с этой настройкой. Настройки спецэффектов. Кому как нравится, ставьте. Высшая степень очень сильно много жрет FPS. В районе 30. Я ставлю на высокую. Анизотропку, затенение, тесселяция на максимальное значение. Также дополнительные длинные тени, тени высокого и подгрузка. И стабильные 60 FPS. С вертикалкой и сглаживанием. Это видео я делаю для ознакомления. Также вы можете попробовать настройки, которые установлены у меня. Также пишите в комментариях все вопросы. Пожалуйста, отпишитесь в комментарии те, кому настройки эти помогли. Всем спасибо за просмотр, подписываемся, ставим лайки и ждем новых видео. Всем удачи, пока!